Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики. Олег очень сильно впечатлился кабачками, особенно моим рецептом, как я придумала. Но а так как у нас тут конкуренция с ним, кто лучше придумает, он начал делать модификации с кабачками. Причем за основу взял, конечно, тот рецепт, который придумала я. Но, Олег, расскажи, в чем сегодня твоя модификация? Ну, мы взяли еще купаты, вот если видите, запекли вместе с кабачками, когда вот запекали кабачки, и в последнюю партию кабачков добавили купаты от компании «Слово мясника». Ну, а по купатам хочу дополнить. Вот если у вас есть выбор купить, например, колбасу, вареную колбасу, копченую, то по вкусовым качествам, конечно, вот эти купаты, которые вы готовите сами, жарите, намного превосходят колбасу, которая вареная. Поэтому, если вы хотите более или менее натуральный продукт, то мы вам советуем обратить внимание на купаты. Они бывают разные у разных производителей. И вот он сегодня в это блюдо, в котором основа моя, кабачки слоем положены сверху, яйца со сметаной, с перцем придобрены и намазка, как в предыдущем видео мы показывали. Он в качестве еще дополнения, ты же использовал такие называются чесночные стрелки. Чесночные стрелки. Правда, мы их обрезали, конечно, вот эту желтую часть, оставили только зеленую. Кстати, тоже от нашего спонсора Тамары Федоровны. Да, ну, наши морские свинки такое не едят, но мы решили попробовать вот для запеченных кабачков в шубе. Но те, кто не ест, например, вот эти купаты или мясо, может вместо них грибы пожарить с кабачками. Будет тоже вкусный эффект. Так что, или даже можно еще добавить и грибы вот к этой запеканке, она не повредит там ничего. Ну, это больше у тебя сегодня не на пиццу, а на запеканку похоже. Да, в прошлый раз больше как на пиццу. Ну что, мы сейчас вот так отделим, чтобы люди посмотрели. Вот такой, как... Там, наверное, вариантов, возможно, море, как можно делать. Угу. Но здесь у нас более такое. С грибами, такое. Видишь, мы не пробовали. Так, пошло у нас здесь больше. Ну, и мы говорили, что блюдо сытное. Если вы в обед в 2 часа или кто-то обедает позже съедите, то до 9 часов вечера вы уже есть не захотите. Ну вот, могут посмотреть зрители вот этот чесночная стрелка у нас. Она и здесь вот есть, если посмотреть, вот она как бы видна. Но мы их немного для пробы только сделали. Ну вот, и вот такой у нас сегодня еще вариант, если помните с предыдущих видео, что мы вот решили еще вот такое оливковое масло с чили-перцем вот так полить нашу вот эту запеканку. И она получается вкуснее, тем более сейчас все-таки лето. Добавляет немножко остроты. Да, такой вот как бы интересный вкус добавляется. Ну, может быть, и в самих купатах быть тоже острое. Ну, опять же, на любителя. Есть те, которые любят такое, а есть нет. Угу. И что вот еще мы взяли из магазина лента. Ну, это как пробное. Если знаете, мы сами хлеб печем довольно без проблем. Чем отличается этот хлеб? У него есть семечки киноя. И различные еще, по-моему, и подсолнечные семечки, ну, на основе еще киноя, и еще и кунжут. И вот хотели попробовать, чтобы сделать что-то подобное, вот используя киноя, потому что у нас морские свинки из Перу, и вот киноя из Перу, поэтому что-нибудь сделать такое интересное. У тебя аналогии, конечно, ну, хлеб, да. Свинки. Ну, просто некоторые люди как бы... Свинки хлеб не едят. Любят пробовать вот такой вариант, как бы с альтернативными... Ну вот, если вот сейчас я разрезал. Ты говоришь, свинки из Перу, как будто мы их оттуда привезли. Ну, мы их оттуда не привозили, вот различными семечками. Ну, на канале есть, в принципе, хлеб, где тоже мы семечки используем. Ну, здесь еще и мак, я гляжу. И мак, и вот киноя, если вы посмотрите. Ну, пора и тебе такое делать. Да, можно попробовать, чтобы подписчики тоже могли сделать что-нибудь такое интересное. А это что у тебя за летний суп? Это у нас салат, который можно тоже добавлять и креветки, и кальмары. И... Ну, мы любим, вот, чтобы в салате была жидкость. Есть, конечно, некоторые люди, которые не любят вот эту жидкость, а мы хлеб туда макаем. Потом, если, например, у нас картофель, мы как подливку к картофелю
нам нравится, то есть это на любителя. Да, ну и здесь у нас использовано вот такое сицилийское масло. Ну, оно, конечно, дороговато, но вот если почитаете о Ты нем... Ты его всегда как рекламную паузу вставляешь. Ну, да, вот его варианты. Ну, мы сейчас планируем купить уже пол-литра этого масла. Оно тогда чуть-чуть дешевле получается. Просто литр этого масла около 4000, поэтому, как бы, ну, нужно немножко уменьшать. Нужно побольше показывать, да? Да. А то вдруг закончится, вторую бутылку не купишь, и все. Только вспоминать будешь. Ну, вот такой вот у нас сегодня обед. Вот что отличается, это вот добавление купатов. Также я рекомендую те, кто веган или вегетарианец, это грибы. Ну и вот такой хлеб у нас, который мы хотим тоже повторить у нас на канале. Ну, у нас будет более качественная мука, конечно же. Здесь я не думаю, что в ленте использовалась лучшая мука мира. Но, тем не менее, как идею можно взять и попробовать. Ну, а вы дальше следите за тем, что у нас будет в кулинарных наших видео. Может, еще какая-то у нас интересная идея посетить с кабачками. Вот я придумала рецепт, а теперь Олег уже сам подстроился и уже начинает делать. Если изначально я была инициатором, и все в моих руках было, то теперь я опять на второстепенные позиции выхожу. Я уже на подмоге, на маску делаю. Так он сам уже все делает. Ну да, и чтобы посмотреть, как это делать, смотрите видео «Запеченные кабачки в шубе». Там более это подробно. Здесь у нас как бы обзор варианта, но не показано, как готовить. Всем приятного аппетита! До следующих наших видео. Увидимся. И всего вам самого доброго, вкусных продуктов, рецептов. И до новых встреч. Увидимся.